Привет! Всем привет! С вами Светы, и это проект «Красивые люди». Светочка, расскажи, пожалуйста, какого человека ты считаешь красивым? Я считаю искренне красивым человека, который такой, какой он есть на самом деле. Искренний, естественный, харизматичный, который не боится проявлять свой характер, вот, и у которого доброе, благородное и благодарное сердце. Вот. Именно такого человека я считаю красивым. Света, ты очень много посвящаешь своего времени и внимания работе с детьми. Какие для тебя главные аспекты осуществления детских программ и мероприятий? Главный аспект лично для меня – это смотреть на тех конкретных детей, которые сейчас перед тобой. То есть могут быть многие какие-то наработки, сценарии, слова подготовленные, но я всегда смотрю в глаза детям и понимаю, что им именно сейчас конкретно нужно сказать, чтобы их зажечь, вдохновить, чтобы они научились чему-то новому и ушли довольные и счастливые. Я знаю, что у тебя есть какой-то жизненный девиз, жизненный принцип, которым бы ты могла поделиться с нашими подписчиками. Расскажи о нем немного. Да, на самом деле есть такой девиз: делай то, что можешь, с тем, что есть прямо сейчас. Очень часто мы можем откладывать на потом какие-то вещи, потому что, кажется, нет подходящих условий, чего-то не хватает сейчас. Вот когда у меня будет это, второе, третье, пятое, десятое, вот тогда я, например, начну заниматься тем, о чем мечтаю, или поеду в путешествие, или начну откладывать денежку на что-то. Вот, начинайте прямо сейчас. Делайте то, что можете, с тем, что есть прямо сейчас.